Боевой вертолет Ми-35М капитан Кубейген Мырзатаев называет ласково своей «голубкой». Между тем, эта «голубка» считается одной из самых сильных боевых машин. Капитан уверяет, что с помощью таких вертолетов нашей стране не опасны враги. В настоящее время летчики авиабазы воинской части 55-652 готовятся к параду победы. 8 военных вертолетов и самолетов покажут свое мастерство в небе над Астаной. Преимущество вертолетов – новые приборы находятся, электронные. Находится в этой кабине два ЖК-экрана, одни пилотажные, можно включить один навигационный преимущество, и двигатели, мощные у них 2500. Ми-35М выпускается в России. Машина оснащена многими современными функциями, которые помогают вести бой в сложных условиях. Пилоты высшего класса с этой техникой на «ты», благодаря регулярным учебным подготовкам. Вертолет Ми-35М оснащен двумя двигателями, может разогнаться до 300 км в час. Здесь могут поместиться 5 человек плюс 2 пилота. В нашей стране только 4 подобных вертолета. Самое интересное, вертолет оснащен гироскопической системой прицела. Здесь установлены тепловизоры и 3 видеокамеры, которые могут определить цель в любое время суток. А это Ми-171H. Вертолет по своим показателям отличается от Ми-35М тем, что имеет дополнительную возможность по перевозке грузов. Эти птички, как их называют пилоты, тоже примут участие в параде. Во время парада непосредственно наша авиационная база будем представлять именно два звена вертолетов. Это вот новый, вот, который стоит за моей стеной, вертолет Ми-171Ш. Они будут проходить клином. Будет 5 вертолетов, и вот которые вертолеты Ми-35М будут также, боевой порядок будет клин. К слову, прямую трансляцию парада можно будет посмотреть онлайн в интернете, а также на республиканских телевизионных каналах. Шудин Саидов, Ильдар Жунусханов, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании «Отрар».